Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. И давайте-ка отведем ее в ванную комнату. Давайте-ка мы ее хорошенько покупаем вначале. Вот так. Здорово, здорово. Возьмем мыло, хорошенько потрем. Ну как, Анжелочка, как, солнышко, ты себя чувствуешь? Ну сейчас непонятно, а давайте-ка смоем вот эту мыльную пенку и посмотрим, как у нее настроение. Ой-ой-ой, как у нее хорошее настроение, как ей нравится, здорово. Нравится тебе купаться? Да, вот так замечательно, очень хорошо. Ну а сейчас давай-ка после сна почистим зубки, хорошо? Давай-давай, не ленись. Вот так вот, здорово, давайте-ка посмываем. Вот такую вот замечательную рыжую шерстку одели мы в прошлой части нашей Анжелочки. Так, чистим-чистим зубы. И вот такой интересный наряд скейтбордистки. Очень замечательно, очень красиво. А теперь можно и покормить. Вот, вот этот наряд скейтбордистки. И вот такие вот замечательные светлые волосы. И еще рыжую шерстку. Ну а теперь пойдем покушаем. Итак, что будем кушать? Есть у нас крабий хвостик, зелье. Еще вот такая интересная мюдия. Пицца. И еще вот такой вот чудесный карпик. Кокосовый орех. Так, что у нас еще? Вот такой гамбургер. Икра, лаваш, молоко, кола. Здорово. Здорово все, ребята, у нас. А сейчас давайте-ка покушаем. Итак, съедим кусочек пиццы. Замечательно. И еще вот этот карпик. Здорово. А гамбургер. Отлично, отлично. Итак, друзья, 100% накормили нашу Анжелу. А теперь можно и пойти вот сюда, вот на террасу. Ну что, Анжелочка, пойдем переоденемся? Ну, пошли. Но вначале давайте-ка поднимем ей настроение, а то что-то она у нас загрустила. Вот так, поднимем настроение. Вот так, чудесно. И кроме того, еще поднимается уровень. Итак, уровень поднимается, поднимается, чудесно. Очень здорово. Хорошее настроение у нашей Анжелочки. Отлично. Вот так. Очень хорошо. Ой, какая же ты у нас все-таки красивая, Анжелочка. Солнышко ты наше. Да, 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 здорово. Итак, друзья, вот, все замечательно. 100% поднялось настроение нашей Анжелочки. Сразу начала улыбаться. И поднялся уровень. А теперь, друзья, давайте-ка пойдем-ка мы с нашей Анжелой в гардероб. И давайте-ка оденем какую-то новую шерстку. Давайте-ка мы, друзья, сейчас ей наденем вот такую вот, эту снимем, рыжую шерстку, снимем вот эти милые светлые косы и снимем вот этот наряд скейтбордистки. И еще сделаем стандартными глазками и снимем макияж, вот. Так, снимаем, снимаем макияж, вот так, хорошо, чудесно. Итак, полностью все обнулили. Все очень хорошо получилось. И теперь давайте-ка мы с нашей Анжелочкой зайдем вот сюда. Посмотрим, какие же костюмчики есть. Итак, у нас есть костюмчики индианки. Новогодний костюм. Пижама-боди. Балерина. Школьная форма. Ниндзя. Пижама-зайка. Клеопатра. Королева. Невеста. Розовая фея. Валькирия. Принцесса. Поп-звезда, красная шапочка, фермер, фея и прима-балерина. Вот так, уже совсем по-другому смотрятся эти костюмчики. Наша Анжелочка подросла и совсем-совсем уже по-другому это дело все смотрится. Итак, чудесно, друзья. Итак, на чем мы сегодня остановимся? Давайте-ка мы, друзья, еще раз посмотрим вот эти замечательные платья и подберем сегодня что-то особенное. Итак, так, очень-очень красивые, очень чудесные наряды. И я думаю, друзья, сегодня мы с вами выберем очень интересный наряд. И это будет у нас вот такое вот чудесное. Думаю, наверное, давайте-ка, друзья, сегодня мы выберем вот это то ли китайское платье, то ли платье в горошек. Хотя, возможно, давайте-ка, друзья, сделаем сегодня стиль хип-хоп. Вот такой вот интересный стиль хип-хоп. И, кстати, у нас есть хип-хоп-шапочка. Ну-ка, давайте проверим. Если у нас...
шапочках должна быть. Если так, то у нас получится комплект. Хипстерская шапка. И это все. Вот так вот. Здорово, интересно. Ага, вот, вот, хип-хоп шапочка у нас есть вот такая. Давайте-ка посмотрим, какие цвета еще. Хорошо, вот, 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 здорово. А ну-ка, давайте-ка посмотрим. И посмотрим вот этот костюмчик хип-хоп, что мы смотрели. А ну-ка. Где же он? Вот, стиль хип-хоп. Здорово. Итак, так, так, вот это цвета этой шапочки. Вот, какой же лучший цвет подобрать? Красный? Друзья, пожалуйста, в комментариях давайте мы с вами определимся, какой из цветов лучше. То ли вот такой красный, это будет единичка, то ли фиолетовый, двоечка, то ли голубой, троечка. И в комментариях эти это дело пишем. Так, ну, если голубой, к глазам хорошо, но глаза мы можем менять. Вот этот фиолетовый достаточно красив, и красный вот такой, очень-очень даже неплох. Трудно-трудно даже определить. Ну, давайте-ка, друзья, попробуем вот такой вот голубой пока оставить. И давайте-ка попробуем сделать макияж для наших Шелли. Но сначала давайте-ка посмотрим, нету ли лучше глазок. Итак, есть зеленые, коричневые, желтые, розовые, голубые. Кстати, голубые неплохо идут к шапочке. Фиолетовые. А если сделать вот такие глаза аниме, а шапочку сделать фиолетовой? Тоже, кстати, неплохой вариант. Но мне кажется, что тоже голубой лучше. И глазки голубые симпатичнее. Так, ну и давайте, раз такое делаем, макияж сейчас. Давайте как мы возьмем голубую тень глазам. Оно должно быть очень красиво. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Вот такая вот чудесная голубая тень над глазами. Здорово. И еще давайте-ка мы возьмем тени для ресничек вот такого ярко-голубого цвета. Тоже подчеркнет наши глазки, наши Анжелы. Вот так чудесно. И еще вот так. Ой-ой-ой, смотрите, как здорово, как красиво. Такая и небесная голубизна получается. Очень чудесно. Так, губки, 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 губки. Давайте-ка. И губки, кстати, тоже можно сделать голубыми. Ну, немножко жутковато, честно говоря. А если фиолетовые? Ну, это уже немножко лучше. А ну-ка, как это все выглядит? Ну, в принципе, неплохо. Но все же губки фиолетового цвета необычно. Давайте-ка мы сделаем их розовыми. Давайте губки пусть будут то ли розовыми, то ли красными. Давайте-ка вот такой розовый цвет. Или красный. А я что подумал, друзья, давайте-ка попробуем вот такой вот цвет необычный. Что-то мы его редко использовали. Смотрите, как здорово. Ой, как замечательно. Хорошо, и осталось только румяна навести. Давайте-ка мы румяна сделаем какие-то. Вот такие, то ли яркие, то ли не очень. Нет. Нет, не слишком яркие будем брать. Вот так, посмотрите, как чудесно. Вот-вот-вот, замечательно. А ну-ка. Ой, как здорово получилось. А что будет, если мы поменяем шубки? А ну-ка, давайте-ка, друзья, посмотрим. Смотрите, как здорово выглядит розовая шубка. Серая, рыженькая, серая, черная и белая. Ну, знаете, что-то розовое мне очень понравилось. Давайте-ка остановимся на розовой шубке. А что с очками? Давайте-ка тоже проверим, попробуем. Вот такие вот замечательные очки-сердечки. Прикольные очки. Летние очки. Ага, шикарные очки. Нет, ну это не совсем то, что хочется. Давайте-ка, друзья, пока будет без очков. Ой, смотрите, какая чудесная Анжела. Ой-ой-ой, срочно-срочно чисти зубы, друзья. Срочно чисти зубы. Давайте-ка. Сейчас, не переживай, Анжелочка, сейчас мы все сделаем, все у тебя будет в порядке. Вот так, промыли зубки, сняли налет, и все чудесно у нашей Анжелочки получилось. Да, хорошо, замечательно, друзья, отлично. Так, ну вот теперь можно и пойти с вами на террасу
И что так симпатичнее сделать наши террасы какие-то обновления. Итак, давайте-ка мы, пусть это дело происходит не в Париже, а сделаем где-то интересное. Пусть это происходит в саду Анжелы. Вот так, да. Кроме того, вот эту игровую приставку давайте-ка мы вот так понизим уровни, но чтобы это было очень симпатично. Вот так. Чудесно, замечательно. Вот так. А ну-ка, посмотрим. Смотрите, как здорово получилось. Очень-очень симпатично, очень даже здорово. Хорошо. Еще давайте-ка в кухне наведем порядок. Что-то тут очень уж розовый цвет. Мы давайте-ка кухню тоже поменяем. Давайте-ка мы кухню сделаем более золотистой. Вот так. Отлично. И скатерть. Вот так. Поменяем. Вот французскую. Ну, окошко давайте мы сделаем, возможно, не такое яркое. Вот. Пусть вот так будет. Отлично. И как? По-моему, даже здорово, очень здорово получилось у нас, друзья. Еще только с продуктами подобрать красивую композицию. Вот так. Нет. Ну, возможно, вот так. Ну, пусть остается хорошо. Вот так. Отлично. Хорошо. Итак, в ванной комнате давайте-ка внесем еще порядочек. Все тут у нас какого-то такого фиолетового цвета. Давайте-ка мы сделаем более золотистый. Вот так. Замечательно. И еще плитку сделаем более светлую, персиковую. Вот. Чудесно. Вот, и персиковые обои. Ой, посмотрите, как замечательно получилось. Как здорово выглядит наша Анжелочка. Вот только мне вот этот умывальник, давайте-ка мы с вами немножко его изменим. Другой, а то, что он нашу Анжелочку закрывает. Вот так. Вот сделаем. Смотрите, как, ребята, должно получиться классно, здорово. Нет, что-то не получилось. Ванная. Я не сохранил изменения. Вот. Здорово. Ой, как чудесно получилось. Как красиво. Очень красиво наша Анжелочка выделяется. Здорово. И давайте-ка еще в спальню внесем изменения. Давайте-ка мы в спальню. Здесь тоже внесем изменения. Так, изменим светильник на вот такой вот. Хорошо. Кроватку изменим. Тоже на желтенькую. Обои пусть будут вот светлыми, вот такими. И постельные тоже какой-то подберем светлый цвет. Вот так. Хорошо. Ой, посмотрите, как здорово получилось. Отлично. Хорошо, ребята. Итак, продолжаем. Продолжаем, друзья. Вот такая у нас сегодня чудесная Анжелочка получилась, очень красивая. Ну и давайте-ка сыграем какую-то интересную игру с нашей Анжелочкой. Давайте-ка мы с ней сегодня вот чемоданчики послажим. Вот так. Хорошо. И еще вот так. Чудесно. Да, замечательно, отлично. И у нас уже есть 6 чемоданчиков, и мы продолжаем игру. Вот так. Вот такая вот чудесная горка у нас. Хорошо. Итак, продолжаем. Отлично. И еще. Вот так. Очень хорошо. Друзья, замечательно. Вот. Очень-очень здорово. Отлично. И еще вот так. Хорошо. Да. Отлично, хорошо, так, и вот ветер, ну ничего, сделали поправку, и сейчас опять поправка на ветер, и еще вот так, замечательно, хорошо, поправка на ветер, получилось, друзья, но уже пошли более мелкие чемоданчики, вот, успели, ого, сколько попугаев, вот так, чудесно. Итак, уже 26 чемоданчика, друзья. Так, нужна поправка на ветер. Вот, получилось. Еще вот так. Хорошо. Итак, 30-й чемоданчик.
Отлично, 32-й. Здорово. Так. Уже достаточно у нас большая башня, друзья. Еще вот так. Чудесно, чудесно. Ну что-то она у нас немножко шатается. Ничего, пока продолжаем игру. Ай-яй-яй-яй-яй. Поправку на ветер делаем, друзья. Вот так чудесно получилось. Итак, 39-й чемоданчик. И сейчас будет у нас 40-й. Да, здорово получилось. Отлично. Поправку на ветер. И вот смотрите, друзья, какие уже совсем маленькие чемоданчики у нас стали. Совсем маленькие-маленькие. С такими довольно-таки трудно работать, но ничего. Вот, хорошо, 45 чемоданчиков. Сможем ли мы дойти до 50? Думаю, да. Ай-яй-яй-яй, уронил случайно. Ну вот так как-то получилось. И на этом, друзья, мы будем заканчивать сегодняшнее видео. Наша Анжелочка уже немножко устала. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока!